могу сказать, что все страхи остались позади Атлантики. Wi-Fi мне часто не хватает. Это так чудесно! Я уверен, мы справимся. Началось-то, в общем-то, все еще с детства. То есть я зачитывался приключенческими книжками, мечтал о путешествиях, приключениях, дальних странах. Но на тот момент это было, конечно, все невозможно. В той реальности, в которой мы жили, этим мечтам не было просто места. Но они там же где-то в детстве и остались. Потом прошли годы, заработались деньги, появилось время, ну и, наверное, желание подумать о смысле жизни, о целях в жизни. И тут вспомнились как раз те самые детские мечты. Вот, и теперь они уже стали казаться не неосуществимыми, а просто труднодостижимыми. Но, к счастью, наш с Мариной вектор устремлений оказался в одну сторону, и наши мечты превратились в план. Тогда и появилась идея нашей семейной парусной кругосветки. Путь кругосветки был долгим, начиная с детских мечтаний. Затем капитан начал их претворять в жизнь и выучился таки на капитана парусного судна, набирался морского опыта. И затем 4 года назад мы купили яхту. Почти сразу на нее переехали, но первые 2 сезона это было наездами. То есть мы полгода примерно проводили на яхте, на полгода возвращались домой. Но эти полугодия, которые были яхтенными, они как раз выпадали на зиму. Зима в Средиземном море – это 10-20 градусов. Очень часто шторма, дожди, пронизывающий ветер. И вот в таких условиях с 2- и 12-летней дочкой мы вышли в море. И первые несколько переходов, которыми мы дошли от Испании до Черногории, настолько поставили под угрозу весь дальнейший процесс, что я, высунувшись в кокпит штормовыми ночами, буквально плакала. Видала я в гробу такой яхтинг. Вот, к слову о том, что было самым трудным, вот это было самым трудным, пожалуй. Я не помню, потому что я была совсем маленькая. Мне было где-то 4-3,5 года. А, дельфинчики поплисок. А, не описали. А, нет. Вон они рядом с папой у кормы. Клево. Поближе. Вот они. Они меня услышали. Мне было трудно. Я не представляла, как это мы выйдем из Средиземного моря, как мы не будем летать в Россию. Когда родители обсуждали эту идею, я делала вид, что ничего не происходит и что я их не слышу. И надеялась, что очень скоро они про это забудут. Ведь так иногда было, что поговорили и на что-то другое переключились. Даже на Канарах я надеялась, что мы не поплывем через океан. Зачем нам? Но вот на Кабо-Верде я поняла, что влипла. Кабо-Верде, острова Зеленого мыса, это такая перевалочная база. 300 лет назад для работорговцев, сегодня для эксменов, идущих в Новый Свет. Там мы закупили последние продукты, сделали глубокий вдох и как в ледяную воду прыгнули. Труднее всего решиться.
Решение идти на парусной яхте в кругосветное плавание является гигантским шагом из зоны комфорта. И потом уже, когда этот шаг сделан, каждый раз мы открываем для себя новые неизведанные земли. Мне было страшно, что ничего вокруг нет, кроме воды, и я не хотела лишний раз выходить на палубу. Сейчас я уже привыкла и немного жутковато только от воя ветрогенератора, когда ветер сильный. Чтобы уйти в кругосветное плавание, нужен доход, яхта и решимость. Большинство имеющих первое и даже второе никогда не решаются на третье, если в их семье есть дети. Лада, это правая, а это левая? Нет, это правая, это левая. Это правая, а это левая? Это левая. Это правая, а это левая? Это правая, а это левая. Прибыв на Канарские острова, мы наконец-то поняли, что в тропических широтах на яхте жить значительно веселее. Стали думать, куда пойти дальше. Пути было два. Назад в Европу против ветра, либо вперед за Атлантику. Против ветра идти совсем не хотелось. Ну а если уж идти за океан, то почему бы не пойти и дальше? И вот в апреле 2015 года мы приняли окончательное решение идти вокруг света. На лето вернулись домой, чтобы приготовиться. Многие, конечно, отговаривали, и от тягот принятого решения я впала в депрессию, начала болеть. Мы дважды отложили вылет. Идти в кругосветку взрослым составом совсем не то же самое, что идти туда вместе с детьми. Взрослый каждый раз принимает решение сам за себя и несет ответственность за себя сам. Дети же этого сделать не могут. Я почувствовала, что даже самая смелая девочка с появлением детей становится обычной клушей. Осталось только признать, что прямо сейчас мечта рассыплется в прах, карета превратится в тыкву, а тыквы не хотелось. Тыква превратилась в такую карету, большую-большую такую. Вот она, в другой день солнышко уехало на бал. Кроме решимости, необходима, конечно, еще техническая подкованность во многих областях. На земле машина сломалась, можно из нее выйти, пойти пешком или взять такси. А когда мы в море, надеяться можно только на собственные силы, если что-то случилось, какие-то поломки. То есть нужно уметь починить двигатель, зашить паруса, там, срастить две веревки в одну из каких-нибудь абсолютно непригодных для этого материалов, несовместимых друг с другом, собрать нужную деталь. Я спросила у Андрюхи, что вот с этой хренью нужно делать, расскажи профессионально. Он сказал, что эта хрень называется шлифмашинка. И у нас задача отшлифовать лодку, отшлифовать от нее остатки необрастающей краски, которые торчат, и ракушки, которые въелись в корпус. Вот у Андрюхи эта штука более мощная. Мама, да, ей можно еще побриться. Я вот давно не брилась, поэтому на всякий случай удеру-ка я подальше от нашего кэпа и начну работать дальше. Когда лебедку крутишь ручкой, надо вот так веревку тянуть. Необходимы навыки по управлению яхтой, собственно, управлению парусами, знание навигации, знание метеорологии, умение читать погодные и морские карты, ну и, конечно, знание языков. Я чуть-чуть говорю на английском, чуть-чуть на испанском, чуть-чуть на французском.
Самое важное, это все-таки психологическая совместимость команды, потому что приходится находиться вместе на ограниченном пространстве практически 24 часа в сутки. Чтобы ужиться на маленькой территории на долгое время, нужно иметь терпение и умение вовремя замолчать. Сделать из семьи команду – это регулярный труд каждого. Терпимость, мудрость и любовь – вот это три составляющие успешного взаимодействия и жизни в замкнутом пространстве парусной яхты на другой стороне Земли. Здесь почти как в космосе. Нужно добиться идеальной совместимости. Когда ты оторван от близких, от родины, у тебя все, что есть, это твой экипаж. Тормози! Мама, подрезай! Черт, Андрюша. Скорость сближения очень высока. Я только ближе вошел в дыхание. По корме прошли. Мне понравилось больше всего в Колумбии, в Мексике плавать на рифах. Потому что там всякая красота, рыбки красивые, всякие камни, кораллы. Больше всего понравилось в Мексике на пирамидах, на которые можно залезть и которые не огорожены, и на свадебной церемонии, где я поработала помощником организатора. Это такая фишка – делать свадьбы в Мексике, и люди со всего мира прилетают сюда. Я не ожидала от Колумбии вот таких красот и чудес, которые я там увидела. В Южной Америке меня поразило, что основное население берегов – это чернокожие. Как же много в свое время привезли рабов, чтобы сейчас, спустя 200 лет после отмены рабства, чернокожее население преобладало и на Карибских островах, и в Южной Америке. Вот это меня удивило. В Гамбии, например, это Западная Африка. Мы пробыли 2 месяца. Из них половину заняло путешествие вглубь африканского континента по реке, практически на 400 километров. И оказалось, что там нету ни магазинов, ничего вообще нету. У нас кончились все фрукты, все овощи. Мы пришли на местный рынок, а там тоже ничего нету. Мы купили
все 4 помидора на рынке и все 3 луковицы. Дамы и господа, приветствуйте людей, которые сели на мель. Маму посадили накренивать лодку. Карусель. Папа, карусель готов? Ну поехали, карусельщики. Карусельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Одно из самых сложных морской практики. Мы шли вдоль Южной Америки, ну, примерно напротив Венесуэлы. А такая сейчас пиратская страна, мы старались держаться от нее подальше, быть миль 100, наверное, от берегов. Ночь, ливень идет, ветер такой хороший. И вдруг слышим сильный удар металлический по мачте. Выскакиваем с Мариной, в чем были, на палубу, смотрим. Оторвалось верхнее крепление штага, это металлический трос, который держит мачту, и на котором еще поднимается основной передний парус генуи. И вот вся эта конструкция как на волнах болтается в разные стороны, парус хлопает, металл стучит об металл. Ну, вот мы там, с какой-то с четвертой, наверное, попытки там кое-как спустили парус, положили этот штаг, все мокрые, замерзшие. Раскрепили кое-как мачту, чтобы она все-таки в воду не упала. И еле-еле дотянули со всем этим аварийным такелажем до Тобаго. Один из прикольных случаев произошел на Канарах. Мы с Ладой отпорным крюком пытались освободить рыбок из сетки, которые были наживкой для рыбалки. Но когда пришел хозяин и спросил, что же это мы делаем, он получил ответ: смотрим. Но когда он ушел, мы тоже слиняли и никому не сказали. В Мексике мы познакомились с одной семьей. И у них были два мальчика, Сэм и Петя. Мы с ними бесились. Боже, я даже... Боже! И они к нам приезжали в гости. И мы к ним. Мы очень хорошо и интересно играли. В октябре прошлого года мы пересекли свой первый океан. 23 дня Атлантики дались нам довольно легко, и недельный переход больше не кажется длинным. Основные страхи утонули в середине Атлантического океана. Сейчас мы стоим на якоре на островах Ислас-дель-Розарио, недалеко от колумбийской Картахены. В январе 2018 года будем выходить в Тихий океан через Панамский канал. Мы прошли мощнейшую притирку. И теперь я могу с гордостью сказать, мы стали настоящей командой. И я уверен, мы справимся со всеми сложностями, которые нас ждут в пути. Может, я просто стала сильнее ценить общение с друзьями, как виртуальное, так и реальное. Если ты отдаешь другому человеку любовь, то любви становится больше. Вы не поймете, на что вы способны, пока не совершите поступок. Делайте то, что вам страшно. Отличная доля, наконец покорить море со всеми богами да сами с усами под парусами. Забыть о проклятиях, паковать чемоданы, не плакать, а в последнее утро запоминать цвета, запахи, звуки.
замок закрытые двери. Не все, кто годами считались друзьями, останутся с нами. Последние сборы, предрассветные разговоры, на картах из меток и линий узоры, горячие споры. Не скоро увидимся снова, впереди морские просторы, спины дельфинов, штормы и штили наш сложный рай. Небыль обернется победой, из-за ста морей приеду. Берег родной, не скучай, не забывай. Созвездия. Мое лицо никому не известно, и можно оставить, снять разных масок. Крикливые стаи, плачут детские сказки, на страничках вытертой краски, переплет на коленках, потрепанный том, перевязанный лентой. Увидимся снова, впереди морские просторы, наш сложный рай. Небыль обернется победой, из-за ста морей приеду. Берег родной, не скучай.